Сегодня у нас будет процесс сборки машинки бетономешалки, бетоносмесителя. Вот в такой вот рваной упаковке они продают. И вот тут вот. Здесь ничего не подписано, но типа все проверено, все есть. Колеса 2. Ну сейчас будем собирать и смотреть, что к чему, что почем, хоккей с мячом. Погнали. Неудивительно, если что-то будет потеряно. Видите, да? В каком состоянии находится крепеж. Короче, понадобится нам головка на 13, к
Ключ на 13 и головка на 10. Я надеюсь, что больше ничего не понадобится. Итак. Thank you.
все отпускать, не все. Я, по-моему, не протягивал ничего. Уже потянул. Потянул. Как ни странно, крепеж весь подошел. Сейчас мы попробуем запустить ее и посмотреть, что получилось. Так, чтобы она чуть поутесила. Да. Завтра готов. Отлично. Сейчас вот мы делаем пуск пробный. И идем. Венцы так работают, они тоже непонятно как сделаны. Здесь он шишка, вон видно прям уже, она была покрашена, и где она цепляет, где не цепляет. Да, мы молодцы.